Хочу сказать, что для меня журналистика завсёды шмат что значила. И в советский час, когда я отримал посвящение сябра Союза журналистов СССР и значок, так сказать, пером, это вельми шмат было для меня важным. Ось. Але я хочу сказать, что когда пришел БАШ, это зусім уже інший подход, зусім інший узровень. В 97-м году приехал Баранович Анатоль Гуляев и створил Барановскую филию Белорусской ассоциации журналистов. Я узначалю эту филию и шмат год керовал ей с перерывами. Ось. И я хочу сказать, что БАШ – это БАШ. Это вельми серьезная организация, якая не просто допомагает журналистам, она обороняет их правы. Больше того, у меня, например, особисто, как у журналиста, как у литератора из Сябра Союза Белорусских Письменников, есть махчимость реализовать себе праз часопис Абажур, где не бывает купюр, где ты дослал свой артикул про Соловки. И он в таким выгляде выйдет. Вот где ты написал про некого из выбитных людей. Вот. Неважно, ти это был директор музея, который потрапил под репрессии, ти это человек, который набыл Ястребельский палац Катлубаевский. Тому БАШ для меня это вельми важно. И я гонорюсь тем, что я являюсь сябром этой организации.